Здравствуйте. О том, какими событиями запомнилась завершившаяся неделя, смотрите в информационно-аналитической программе «Итоги недели» в этом выпуске. 11 апреля в Азербайджане пройдут президентские выборы. Визит ради визита. Посредники по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта посетили регион Южного Кавказа. Крепкая дружба и успешное сотрудничество. Азербайджан и Россия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Азербайджанский город Габала избран туристической столицей исламского мира на 2020 год. 1,5 миллиарда евро. Европейский инвестиционный банк выделит кредит для проекта строительства трансадриатического газопровода. В Азербайджане началась подготовка к президентским выборам, которые пройдут в стране 11 апреля. На предстоящем голосовании глава государства будет впервые избран на 7-летний срок. Поправки, продлевающие срок действия полномочий президента с 5 до 7 лет, были внесены в Конституцию 26 сентября 2016 года. Кандидатом от правящей партии страны «Новый Азербайджан» станет действующий глава государства и председатель партии Ильхам Алиев. Все международные организации признают Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Исторические факты усиливают нашу позицию. Об этом на 6-м съезде правящей партии «Новый Азербайджан» сказал ее председатель, президент Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и в соответствии с нормами международного права. Мы никогда не позволим, чтобы на нашей земле было создано второе армянское государство. Территориальная целостность нашей страны не является и никогда не будет темой переговоров. Просто мы должны наращивать и наращиваем свои усилия. Уверен, что данный вопрос найдет справедливое решение на основе норм и принципов международного права. Что касается Армении, продолжил Ильхам Алиев, то сегодня все видят, что эта страна стала жертвой своей захватнической политики. Армения изолирована практически от всех международных проектов. Ее обходят все энергетические и транспортные коммуникации. Ереван не участвует в проектах Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс. Благодаря политике Азербайджана Армению обойдет и транспортный коридор «Север-Юг», подчеркнул глава государства. Некоторые пытаются обвинить нас в том, что мы держим их в изоляции. Да, держим и будем держать. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены от оккупации. Эта политика дает результаты. Сегодня никто не вкладывает инвестиции в Армению. Потому что, во-первых, захвативший там власть криминальный, коррупционный, кровожадный режим не позволяет вкладывать инвестиции. И все ранее вложенные деньги, предоставленные в виде пожертвований, похищены данным режимом. С другой стороны, ограниченность рынка и сокращающийся рынок не позволяют серьезному инвестору прийти туда. Да и экспортные возможности очень ограничены. Потому что для экспорта нужны дороги, и даже дороги не создают всех условий для привлечения инвестиций. По их же собственным последним статистическим данным, в прошлом году страну навсегда покинуло более 40 тысяч человек. Такая тенденция происходит каждый год и будет происходить. Сегодня, отметил президент, все международные рейтинги отражают силу азербайджанской армии. Силу, которая позволяет стране решить любую задачу. Апрельские бои 2016 года наглядно показали Армении и всему миру, на что способны вооруженные силы Азербайджана. После освобождения оккупированных земель Баку восстановит все разрушенные армянскими вандалами города и села. В качестве примера Ильхам Алиев привел село Джуджук-Марджанлы, которое было освобождено в 1994 году и сегодня, благодаря обеспеченной там для проживания безопасности, восстанавливается. Сегодня экономика страны наращивает свои темпы. В предстоящие годы реформы обязательно будут продолжены. Рост цен на нефть просто увеличит наши валютные резервы, но все правительственные структуры должны работать так, словно у нас нет нефтяного фактора. Потому что мы видим наше дальнейшее экономическое развитие в развитии ненефтяного сектора. Устойчивое развитие экономики страны будут определять только следующие факторы – ненефтяной сектор, предпринимательство, реформы, которые проводятся и будут проводиться в управлении. Поэтому основными факторами для нас будут диверсификация экономики, привлечение в Азербайджан прогрессивного международного опыта, использование самых передовых технологий финансовой и фискальной политики.
Могу сказать, что эта политика уже дала результаты. Ильхам Алиев подчеркнул, 2018 год также будет годом стремительного развития. Глава государства рассказал о значении глобальных проектов, в которых участвует Азербайджан, в том числе Южного газового коридора. Подчеркнув, что на сегодня Азербайджан – одна из самых безопасных стран в мире, где обеспечиваются все свободы, Ильхам Алиев заявил, что политические и экономические реформы в стране и впредь должны быть параллельно продолжены. Глава государства также выразил уверенность, что в предстоящие годы Азербайджан не только сохранит, но и повысит темпы успешного динамичного развития. После выступили депутаты парламента страны и представители общественности. В работе 6-го съезда партии «Новый Азербайджан» участвовали делегаты, представляющие более 700 тысяч членов партии. Партия «Новый Азербайджан» единогласно выдвинула кандидатуру Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах. Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное ему доверие. Мехрибан Касумова, CBC. К другим важным новостям завершившейся недели. Сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и другие важные вопросы обсудили министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини. В Брюсселе состоялось очередное заседание Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан. Мамедьяров и Могерини обменялись мнениями касательно развития двусторонних связей, после чего на совместной пресс-конференции сообщили, что ведут интенсивные консультации по новым соглашению о стратегическом партнерстве. Азербайджан – важный партнер для Евросоюза. На заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини обсудили общее состояние двусторонних связей и различные аспекты сотрудничества. На совместной пресс-конференции стороны выразили надежду на то, что переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве в скором времени завершатся. Южный газовый коридор – это один из примеров успешного стратегического сотрудничества в сфере энергетики, которое служит интересам и ЕС, и Азербайджана. Реализация в прошлом году проекта «Баку-Тбилиси-Карс» стала сильным шагом вперед в развитии транспортных связей, связывающих Европейский Союз, Турцию, Грузию, Азербайджан и Центральную Азию. Авиационное соглашение, которое мы также обсудили, должно поспособствовать установлению соединения между Азербайджаном и странами Европейского Союза. И все больше людей из ЕС и Азербайджана смогут путешествовать и встречаться, делиться впечатлениями, узнавать наше общество, историю и культуру. Это хорошо отразится на наших отношениях. 15 февраля состоится ежегодная встреча министров в рамках консультативного совета Южного газового коридора. Мы верим в то, что в этом году реализация проекта трансанатолийского трубопровода будет завершена, и газ из азербайджанского сектора Каспийского моря будет транспортироваться в Турцию, а дальше в 2020 году через трансадриатический трубопровод в Италию. Мы также приветствуем решение Европейского инвестиционного банка по предоставлению займа в 1,5 миллиарда евро на реализацию ТАП. Кроме того, одна из важнейших сфер, которые мы обсуждали, — сфера транспорта. Географически Азербайджан — страна, где восток соединяется с западом, а север — с югом. Европейский Союз – основной торговый партнер Азербайджана. Во внешнеторговом обороте страны на долю государств ЕС приходится свыше 46%. В то же время ЕС – самый крупный инвестор в азербайджанскую экономику. По словам верховного представителя Евросоюза Федерики Могерини, Евросоюз поддерживает диверсификацию экономики Азербайджана, а также заинтересован в ускорении процесса вступления страны во Всемирную торговую организацию. В ходе переговоров стороны обсудили нынешнее состояние отношений в рамках программы «Восточное партнерство» и «Европейской политики соседства», а также затронули основную проблему Азербайджана – неразрешенный армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров подчеркнул, что вопрос должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе резолюции Совета безопасности ООН. В свою очередь, говоря о важности партнерских отношений между Азербайджаном и ЕС, Федерико Могерини отметила, что Евросоюз уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Евросоюз и ряд других международных структур, все мировое сообщество поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Но, несмотря на это, на страну-оккупанта, Армению, должного давления все еще не оказывается. Переговоры по мирному урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта были продолжены на завершившейся неделе. Баку, Ереван, а также оккупированные земли Азербайджана посетили сопредседатели Минской группы ОБСЕ. От нынешнего визита посреднической миссии Минской группы ОБСЕ в Южно-Кавказский регион ожиданий фактически не было.
Как и во всех предыдущих случаях, стандартная поездка дипломатов не принесла результатов. О том, что США, Франция и Россия следует активизировать свою деятельность в решении Нагорно-Карабахского конфликта, в частности, оказать давление на страну-агрессора Армению, говорили неоднократно. Да, миссия посредников, как они сами любят повторять, в сдерживании эскалации конфликта. Но до каких пор? Мировое сообщество уже становилось свидетелем нескольких крупных провокаций армянских вооруженных сил на линии соприкосновения войск. Я думаю, что сопредседатели услышали и президента Азербайджана, и других официальных лиц, потому что эти переговоры должны вестись интенсивно в соответствии с нормами международного права и оказанием определенного давления на Армению. Не будет этого давления, вопрос может повиснуть еще на долгие годы и заморозиться. Мы этого не допустим. Позиция Азербайджана неизменна. Территориальная целостность должна быть восстановлена. Баку выступает за содержательные и субстантивные переговоры по Нагорно-Карабахскому регулированию уже четверть века и все еще дает шанс Армении решить проблему мирно. Подводя итог нынешнего визита сопредседателя Минской группы ОБСЕ в регион, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что было достигнуто соглашение о продолжении интенсивных переговоров по урегулированию конфликта на основе существующих мнений и предложений после президентских выборов, которые пройдут весной в Азербайджане и Армении. Азербайджан, как страна, подвергшаяся агрессии и оккупации, поддерживает усилия по скорейшему регулированию конфликта посредством субстантивных переговоров. Как неоднократно заявляли главы государств, стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Для этого армянские вооруженные силы должны быть полностью выведены с территории Азербайджана. Армянские силы Азербайджан разлерне там в Наблюдать не значит контролировать. А это как раз то, чем многие годы занимается Минская группа ОБСЕ. И потому посредникам следует прилагать особые усилия во время переговоров с руководством Армении. В противном случае деятельность дипломатов вызывает справедливую критику. Безрезультатные периодические визиты в регион, проведение мониторингов, а также протокольные встречи со стандартными последующими заявлениями. США полностью поддерживают мирное урегулирование конфликта. Мы и в дальнейшем будем прилагать наши усилия для достижения мирного решения армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. О дальнейших усилиях в деле мирного решения проблемы говорила и другая страна сопредседатель Минской тройки – Франция. Однако с места так ничего и не сдвинулось. А Россия же, в свою очередь, несмотря на все усилия в урегулировании конфликта, в одиночку справиться не может. Армянская сторона всячески уклоняется от всевозможных предложений по решению вопроса. Более того, официальный Ереван заявляет, что в состав Азербайджана Нагорный Карабах возвращен не будет. О чем идут дальнейшие переговоры, сказать сложно. Выход, как показывает ситуация, один – военный. И Азербайджан на это, исходя из международных норм, имеет полное право. Вот только Баку привержен мирному регулированию и поэтому дает Еревану еще один шанс – сделать правильный шаг и покинуть оккупированные Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов – 20% исконно азербайджанских земель. Пожалуй, единственным отличием от предыдущих визитов посредников в регион стал тот факт, что один из дипломатов, американский сопредседатель Эндрю Шофер, прибыл в Баку на 3 дня раньше названной даты, собственной повесткой дня. Как правило, это не является принятой практикой. Он встретился с вынужденными переселенцами из оккупированных Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов. Во время визита сопредседателя в Ереван со стороны властей Армении вновь прозвучал ряд заявлений, демонстрирующих, что армянская сторона и дальше намерена препятствовать мирному решению Нагорно-Карабахского конфликта. Своим мнением о нынешнем состоянии переговорного процесса между Баку и Ереваном при посредничестве Минской группы ОБСЕ с итогами недели поделилась заместитель директора Российского института политических исследований Дарья Гривцова. Армении бы вообще хотелось оставить конфликт замороженным, чтобы о нем никто не говорил, сохранить статус-кво. Азербайджану же важно показать, что конфликт опасен, его необходимо решать. Его необходимо решать мирным путем и заставить Армению сесть за стол переговоров, вести конструктивные переговоры. Иначе этот конфликт придется решать военным путем. Поэтому Азербайджан сейчас активно пытается заставить Армению прийти к какому-либо конструктивному решению. Помимо оккупантской политики, армянские власти славятся в кавычках героизацией фашизма. Открыто, на весь мир, с личным участием первых лиц Армении, в Ереване в 2016 году установили памятник нацистскому генералу Гариги Нунжде. Этот деятель известен тем, что во время Второй мировой войны сотрудничал с гитлеровской Германией и неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против Советского Союза. Политологи, эксперты, историки, в целом,
целом общественность разных стран выступили с осуждением такого поведения руководства Армении. На эту тему написано немало статей, проведено мероприятий. Стратегический союзник так поступать не должен, уверены в России. Памятник коллаборационисту, сотрудничавшему с Третьим рейхом, Горегину Нжде, должен быть снесен. Об этом в своей статье, опубликованной в независимой газете, пишет профессор, заместитель председателя Комитета по социальной политике Совета Федерации Людмила Козлова. Автор подчеркивает, что инициаторы установки монумента Нжде в Ереване теперь планируют открытие памятника в Болгарии. Этой теме неоднократно посвящал свои статьи и израильский эксперт в области международных отношений Арье Гуд. В интервью «Итогам недели» он рассказал о крайней необходимости борьбы с армянскими националистами. Господин Гуд, вы ведете активную информационную войну с руководством Армении. Вы автор многочисленных материалов, участвуете в ряде телевизионных программ на разных телеканалах, где доводите до мировой общественности реалии армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта, армяно-израильских отношений, в целом армянской агрессии. И в том числе по поводу героизации фашизма в Армении. Да. Конечно. Какая реакция следует на вашу такую активную деятельность? Ну, конечно же, реакция, она в Армении, нам совершенно понятно, она совершенно отрицательна. Я делаю это на самом деле из чувства собственного долга и чувства собственной совести. Потому что я, как всегда об этом пишу, что я внук человека, который прошел Вторую мировую войну. Внук офицера советской армии, который был героем этой войны, и все эти годы, за все эти годы Второй мировой войны потерял всю семью. И для нас Вторая мировая война – это часть Холокоста, самой страшной трагедии еврейского народа за всю его историю. Это унижение, оскорбление, это невозможность быть человеком прежде всего. И в этой ситуации, когда сегодня вроде мы говорим о современных технологиях, когда мы говорим о современной цивилизации, когда мы говорим о новой морали в мире, мы видим совершенно другую мораль в современной республике Армения. Самое страшное, что сегодня антисемит и фашист генерал Нжде становится героем и основой национальной идеологии республики Армения. Самое страшное, что антисемитизм, антиазербайджанизм, отношение к Израилю, отношение к Азербайджану становится такой государственной идеологией. В этой ситуации ты понимаешь, что во что люди начинают верить. Я задаю этот вопрос постоянно. Неужели в Армении не было других героев? Но в это верят армянские власти, армянский народ. Я согласен вынужден. С вами. То есть, в ситуации, где, если мы посмотрим Второй мировой войны, были герои Советского Союза армяне. Мы это знаем, это не. Но с другой стороны, ставится огромный памятник в центре Еревана, если не ошибаюсь, 9 метров даже, антисемиту, фашисту, генералу Нжде. Эти усилия поддерживаются со стороны современного армянского государства, со стороны Сержа Саркисяна. Да, Серж Саркисян говорит, что он тем самым наследник генерала Нжде, но он реально наследник. Мы не забываем и никогда не забудем то, что Серж Саргсян и его клика, которая сегодня находится в руководстве Республики Армения, этот преступный клан, были основателями, идеологами и исполнителями страшного акта геноцида в Ходжалы. Никто этого не забудет никогда, и мы, как выходцы из Азербайджана в Израиле, постоянно проводим мероприятия, все, что необходимо. Если, например, сравнивать, например, Холокост, где, например, основные виновники этой трагедии понесли наказание во время Нюрнбергского процесса, в акте геноцида Ходжалы ни один из этих людей, людьми их сложно назвать, но в любом случае преступники, ни один из них не понес наказание. И это самое страшное с точки зрения международных отношений и международного права. Страшное и в то же время смешное продолжается. В соцсетях активно распространяют петицию с требованием переименовать российский город Владимир в город Нжде. Это тихая оккупация, тихая армянская оккупация российских регионов. Есть сегодня в России регионы,
которые фактически это маленькая Армения, это те же Адлер, Сочи, Якутского России, где практически население полностью фактически армянское. Но при этом не важно, что они переехали, эмигрировали в Россию. Они начинают создавать идеологию фашизма. Россия, которая сегодня реально борется и говорит, об этом говорит президент Путин, что мы будем бороться с теми, кто отрицает роль Советского Союза и роль Советской Армии в победе над фашизмом. Ну как же может быть в стране, которая борется с фашизмом, хотят переименовать город и дать имя фашисту генералу ЖД? Пока это только инициатива. И непонятно, что это инициатива, но мы не будем забывать, что они проявляют очень много усилий и, к сожалению, часто достигают своих целей. Поэтому я думаю, что нам со своей стороны, то есть людям, которые, которым не безразлична эта судьба, судьба 27 миллионов человек, которые погибло во время Второй мировой войны, и мне, как человеку, который родитель, который дедушка потерял всю семью во время Холокоста, это совершенно не безразлично. Меня это оскорбляет, реально оскорбляет. Потому что как можно ставить памятнику фашисту, который уничтожал людей, уничтожал евреев только за то, что они были евреи. И не будем забывать, что генерал НЖД участвовал еще в 1918 году. В Зангезуре. Активно участвовал в Зангезуре. Активно участвовал в уничтожении азербайджанского еврейского населения в Кубе. Ну как все это можно забыть? И этому человеку ставят памятник. И идеологию этого человека превращают в ранг государственной идеологии. Сегодня, например, в Германии люди, которые проповедуют фашизм, их за это сажают. Здесь же идеология НЖД стала не просто государственной идеологией, стала частью образования Республики Армения. Чему они хотят научить свою молодежь? Тупик. Тупик. Но, тем не менее, российские общественные деятели активно проводят круглые столы, где призывают незамедлительно пресекать попытки героизации фашизма в Армении. Да. Реакцию вы наверняка тоже наблюдали. В Ереване советуют России заняться своими делами, своей историей и не вмешиваться. Как должна Россия отреагировать на такие заявления руководства Армении? Я думаю, что со стороны России, конечно, нужна жесткая реакция. Например, была реакция несколько месяцев назад пресс-секретаря МИДа России Захаровой на то, что поставили памятник генералу НЖД. Я думаю, что здесь необходимо, опять же, сотрудничество еврейской общины России и азербайджанской диаспоры в России. Если необходимо, я могу быть мостом между этими диаспорами. Я, со своей стороны, готов помогать и все, что необходимо. Потому что я помню, где-то 2 года назад я был на конференции Всемирного еврейского конгресса в Москве, посвященного антисемитизму. И там тоже этот вопрос затрагивали. И там модератором была Алла Гербер, она глава фонда Холокоста в Москве. И тогда я попросил слово и сказал: госпожа Гербер, вы очень здорово говорите о фашистах, почему вы не говорите о генерале НЖД в Ереване? Сколько раз вы были в Ереване? Она сказала: 3 раза была в Ереване. Я говорю: вам, наверное, не показывали памятник генерала НЖД. Я говорю: вы знаете, кто был генерал НЖД? Я говорю: генерал НЖД уничтожил 20 тысяч евреев в Феодосии, Крыму, Севастополе. Вы этого не видели? Она сказала: Ария, если это правда, я говорю: неправда, вы можете это увидеть в газетах, это не то, что Ария Гудис выдумывает, реально. Да. Посмотрите на ситуацию реально, что в стране генерал НЖД стал национальной идеологией. Она мне тогда сказала, что если это правда, мы, конечно же, будем вести с этим борьбу. Но, к сожалению, борьбу на словах ведут реально никто. Я думаю, что здесь нужно как бы объединенные усилия азербайджанской диаспоры в России. И с другой стороны, например, Юрий Каннер, который является главой Российского еврейского конгресса, он 2 года назад был в Азербайджане, встречался с президентом Азербайджана. Я тоже в этом активно участвовал и видел
его отношение, когда я у него спросил, он сказал, что, конечно же, этот вопрос даже не должен обсуждаться. Мы должны обязательно осуждать всякие попытки. Думаете, удастся добиться того, что памятник Джедай снесут в Ереване? Я не думаю, что его снесут, скажем вам откровенно, не думаю, что его снесут. Но, во всяком случае, попытки его героизации в других странах необходимо пресекать. Спасибо большое, что нашли время ответить на наш вопрос. Спасибо большое вам. Вы смотрите «Итоги недели» на телеканале CBC. Продолжаем выпуск. Крепкая дружба, успешное сотрудничество, переросшее в стратегическое партнерство. Азербайджан и Россия – два государства, связанные общей историей, отмечают 25-летие установления дипломатических отношений. Сегодня Баку и Москва делают все для того, чтобы двусторонние связи крепли и используют любую возможность для выстраивания коммуникаций. Задача же парламентов двух государств – законодательное обеспечение и развитие отношений в рамках парламентского измерения. История Азербайджана и России неразрывно переплетена на протяжении многих веков. Выставка в Госдуме, приуроченная к 25-летию дипотношений Москвы и Баку, еще раз показала, что двум странам есть что вспомнить, обсудить и запланировать на будущее. Азербайджан – первая страна, которая провела свою выставку в здании Государственной Думы. Это инициатива фонда Гейдара Алиева, которую российская сторона планирует продолжить в будущем как в Азербайджане, так и в других странах. Вместе с азербайджанским народом российский народ защищал мир от фашизма, защищал нашу родину. Мы в Первую мировую войну были вместе, защищали нашу страну. И сегодня наша дружба крепнет, развивается. Хорошо то, что в рамках парламентского измерения мы такую форму новую сегодня реализуем в рамках выставки, когда можем ознакомиться с достижениями наших соседей, коллег. И это, конечно, все делает более тесными наши отношения. Отношения, которые развиваются как двусторонние связи, причем открытые, добрые. По словам российского спикера, парламенты двух стран должны вносить свою лепту, свой вклад в развитие этих отношений. Сегодня через культурное измерение, через формат, который реализует фонд Гейдара Алиева, граждане России имеют возможность ознакомиться в том числе и с достопримечательностями Азербайджана и подумать о том, куда можно поехать на отдых. Тем, кто живет в Азербайджане, предлагаем приехать к нам. Ну а знаю, что азербайджанские курорты готовы принять российских граждан. Тем более сейчас все это развивается настолько динамично, что сервис и у нас в России, и в Азербайджане, он может конкурировать с другими странами. Поэтому, надеюсь, посмотрев выставку, ознакомившись в том числе с предложениями, кто-то сделает для себя такой вывод и примет решение. В развитии наших отношений огромную роль играет официальный визит и встреча глав наших государств. Во время этих визитов было подписано более 200 двухсторонних документов между нашими странами. Я уверен, что азербайджанско-российские отношения каждым годом будут развиваться. Азербайджанский спикер также процитировал президента Азербайджана Ильхама Алиева. Если бы у всех в мире были такие отношения, как между Россией и Азербайджаном, то в мире не было бы проблем. Сегодня эти слова по праву указывают направление и курс отношений Баку и Москвы. Открытость – это залог добрых отношений, подчеркнули стороны, выразив уверенность в дальнейшем укреплении динамично развивающихся связей. Мехрибан Касумова, CBC. Помимо выставки в Госдуме Российской Федерации, в течение недели в Московском экспоцентре проходила международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо», 25-я по счету. Мероприятие входит в десятку крупнейших продовольственных выставок мира. Всего в выставке участвовали 2300 компаний из 63 стран. В этом году генеральным спонсором выставки стал Азербайджан и его национальный бренд «Made in Azerbaijan». Азербайджанский стенд – один из самых великолепных на выставке.
выставки. Мультимедийные экраны знакомили посетителей с красотой природы Азербайджана, самобытностью азербайджанских достопримечательностей, национальными традициями, а также с международными достижениями республики. Перед гостями пробегали кадры Евровидения 2012, первых европейских игр, Гран-при Азербайджана Формулы-1 и четвертых игр исламской солидарности. На отдельных стендах продукция из разных регионов Азербайджана. По словам вице-президента Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций «Аспрома» Юсифа Абдулаева, генеральное спонсорство или партнерство на таких крупных выставках, как «Продэкспо», делает Азербайджан более узнаваемым во всем мире. В 2016 году господин президент Ильхам Гейдарович Алиев подписал указ о продвижении бренда «Made in Azerbaijan». Данный указ подразумевает под собой организацию очень многих мероприятий, направленных на увеличение ненефтяного экспорта Азербайджана. Механизмов было 9. И один из этих механизмов – это организация национальных стендов на международных выставках. В 2018 году, 11 января, господин президент Ильхам Алиев подписал указ о расширении данного механизма. И был прибавлен еще один, 10-й механизм, это миссии, которые будут организованы в Азербайджан, то есть, скажем, покупательские, покупные миссии, то есть будут приезжать покупатели за границей. И вот в рамках этих проектов мы участвуем на международных выставках. На «Продэкспо-2018» была представлена азербайджанская продукция, хорошо известная российскому потребителю. Самая свежая, вкусная, экологичная и качественная. Это сушеные фрукты, виноводочные и кондитерские изделия, чай, минеральная вода, консервация, варенье, компоты, гранатовый сок и многое другое. Все это, а также богатое историческое и культурное наследие Азербайджана, изумительная природа, минеральные и термальные источники, целебные свойства лечебной нефти, древняя архитектура привлекает туристов со всего мира. Сегодня туризм в Азербайджане становится одной из самых динамично развивающихся сфер экономики. Это отразилось и на принятом решении конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества. Азербайджанский город Габала объявлен туристической столицей исламского мира на 2020 год. Экономический бум Азербайджана можно изучать по Габале. Всего за несколько лет в прошлом скромный райцентр превратился в современный европейский город. Габала находится на северо-западе Азербайджана, знаменитым своими великолепными пейзажами и уникальными туристическими маршрутами. Главными природными красотами Габалы сегодня можно считать горную гряду, начало живописного ущелья горы Базар-Юрт и горы Туфан. Тем, кто представляет Азербайджан как преимущественно равнинное прикаспийское государство, интересно будет взглянуть на белоснежные вершины, скалистые хребты и узкие ущелья. Местоположение Габалы не оставило сомнений, и потому было принято решение создать здесь туристический кластер. Летом в окрестностях можно совершать пешие походы, любуясь водопадами-высотниками. Зимой это прекрасное место для горнолыжного спорта. Помимо всего прочего, уже 5 лет в Габале проводится грандиозный фестиваль варенья, в котором участвуют представители зарубежных стран. Это свидетельствует о том, что международный престиж данного мероприятия с каждым годом растет. Избрание Габалы на конференции министров туризма стран ОИС туристической столицей исламского мира открывает возможность для развития этой сферы в Азербайджане. В городе, избранном туристической столицей исламского мира, будет организована исламская торговая ярмарка. Это не просто формальность. Это означает проведение в Габале ряда мероприятий, которые привлекут туристов. Будут представлены культура, искусство, народное творчество, национальная кухня Азербайджана. Все это очень интересно иностранным гостям. Конечно, это положительно скажется и на развитии туристического потенциала Габалы, а также в целом на развитии регионов страны. В первую очередь, это внесет вклад в пропаганду регионов Азербайджана на международном уровне. Это будет происходить при содействии организации исламского сотрудничества. Кроме этого, было принято решение о проведении 11-й конференции министров туризма стран-членов Организации исламского сотрудничества под председательством Азербайджана в Габале. Азербайджан также был избран членом Координационного комитета по туризму Организации экономического сотрудничества. Решением конференции ДАК объявлена туристической столицей исламского мира на 2019 год. В этом году такая честь выпала иранскому Тебризу. Эльнара Алиева, Саид Бабазаде, Джавид Гадиров, CBC.
Совет директоров Европейского инвестиционного банка одобрил выделение кредита в размере 1,5 миллиарда евро для проекта строительства трансадриатического газопровода. В банке считают, что проект ТАП поможет компенсировать снижение производства в Европе, обеспечить диверсификацию поставок газа, а также сократить использование угля для выработки электроэнергии в Центральной и Юго-Восточной Европе. ТАП на турецко-греческой границе будет соединен с трансанатолийским газопроводом ТАНАП, завершение строительства которого ожидается в этом году, а ТАП в 2020 году, с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ поступил в Европу. Первоначальная мощность ТАП составит 10 миллиардов кубометров в год с возможностью ее удвоения. И в завершении выпуска. Австрия готовит к отправке грузовой поезд, который будет следовать в Казахстан по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. На сегодня по этому маршруту было транспортировано около 500 контейнеров. В планах дальнейшее увеличение данных показателей. В целом, интерес к транспортному проекту проявляют грузоотправители из ряда стран, в частности, из России. Об этом заявил журналистам глава закрытого акционерного общества «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов на собрании, посвященном работе, проделанной ведомством по итогам трех последних лет. По его словам, руководство АЖД уже провело переговоры с российскими металлургическими компаниями. Речь идет об объемах поставок в размере 70 тысяч тонн в месяц. В целом же российские производители заинтересованы в отправке в Турцию посредством Баку-Тбилиси-Карс лесоматериалов и металлургической продукции. В обратном направлении отправятся в основном пищевые продукты. Руководство страны поставило перед нами задачу превратить Азербайджан в транспортный хаб, и мы выполняем эту задачу. Это были самые важные события завершившейся недели, касающиеся нас и нашего региона. Увидимся в воскресенье в 21:00 на телеканале CBC. До встречи!